76 дал. Патрон мало. Красный. Оба. О, москряк, кстати. О, дура кряк. АФК стоял, кстати. Ай, блин. Она очень лоу, она очень лоу. Да, молодец. Блин, зона так-то. А, ну у тебя этот Gold Armor, сейчас захилишься быстренько. Это я. Ну, слава богу. Еще одни. Прикрой, я хилюсь. На чек какие дуры. Не побежите, просто. На очень. Как же вам много бежать? Так, давай в этот в зону сразу пойдем, чтобы да. не было облавы. Или была, но мы к ней были бы готовы. Два сквада, чел, всего. А, типа один сквад остался. Тут они. Да, слышу. Одна ног. Идет. Что, да, я был тут стоять. Хилюсь. Я ушел. Да. Ну она, блин, с хомутом. Красава. Это, знаете, это самая тупая катка, которую я когда-либо играл. Ты лайфай. Значит, тефтильки больше. Ну да, я о чем говорю, мой кук больше. Так, ну что ж, их двое, это плохо. Я их нахер не вижу. Меня здесь в клузах, дура. 23 дал. Меня здесь в клузах. Ой. Перебазируюсь. На внешку. Они вдвоем там. Может, тут он таким? Мою? Мою. Да ты пиздя. Блин, не зона так-то. Что? Давай одну задушим, на самом деле. Рифа у меня немножечко калёная. Так, мне не буду прикрыться. Они по одному разошлись. Надо как-то по одному убить. Она у меня тут. Не попадаю. Он москряк. Я к тебе лечу прям. Я отъеду. А у меня патрон нет. Чел, вот она здесь. Хилюсь. Вот я сейчас нафидел вообще жутко. Откуда он? Она с броней. Вот, я говорю именно этот цикин, вот этот карантин. У меня прям олицетворение с... Ой, ассоциация с... Хилься. Отхилься. Давай, удачи.
Я вам броник скинул. Да. Красава, боже! Лучший просто. Нет, челы лучше на самом деле. Согласен. Не, ну неприятно очень сделали. Да. Мне всегда нравились такие штуки. О, да. Гора. О, да, нет интерфейса. Прыгаем. Zero-G. Zero-G, да. Типа с физикой связан, как я помню. Да, скорее всего. Ну, G — это перегрузка, по идее. Да. Нулевая перегрузка. Наверное, английского языка хоть где-то пригодились, блин. Нужен? Да. Извини, но за мил могу только предложить вот это. А у меня фулл есть уже. Мне же лучше, да? Да. О, я могу прямо дать с третьим прицелом. Так, а где был? Я же вот не гонял. Он вон там. Ладно. Типа, потом не прибежать, я его... Где ты делаешь? Капец, все в забор просто идет. Опять я их не так убил. Как-то же вы мне дадитесь-то, я не понимаю. Они просто за мной следили. Я ублюдок. Реально зомби получается. Я пока алмаз не найду, не успокою. Алмазы, сюда! Успокоился. Кстати, мою, кстати, обосную кровать взял. На место. Че, сыгнули, что ли? Вернись, она упала. Он поставил. Спать! Ты поставил, Паш. Нихера это брейн. Это что нахер было? Спать, я же себе свои идиоты. Я думаю, что такое же штуку делаешь. Ну, получается, что так. Я глупый для этой игры. Так, получается... Получается, нужно шестерни. Ты глупый, я пять раз смотрю, что мне нужно сделать, и мне нужно сделать право-лево три штуки. Это даже у меня такая штука. Я тупо не запомнил. Мне нужно 9 штук. Понял.
Получается круто. А кнопок нет, понял. Барабулька какая-то получается. Это максимально смешная хрень. Вертикал гирбокс. Не. Ну да, вертикал. Ставим вот это говно. Нет, не это говно. Ты прям реально мельницу сейчас делаешь? Это не мельница. Это все только для того, чтобы... Да! Дэм, бой, да! Для того, чтобы... Да! Да не туда ты, дура. Да, чел, да. Да. Только для этой херни. Очень сильно усложняешь, по-моему, нет? Да! Не, смотри, ну она не прессует. А теперь... Тащу сюда слиток... У меня есть. Я крутой, да? Я здесь крутой, да-да? Чел, просто что это нахер такое? Что это за конструкция Эйнштейна, боже мой? Тупо Франкенштейн какой-то непонятный. А я ж могу еще вот так сделать. Стоп, а можно просто? Ты просто ленту натянул? Да. А, тогда понятно. Слушал. Он сегодня не холодно, поэтому я злой. Ты говноед, ты не злой. Ладно. Всё, я ничего не знаю больше. Не хочу знать об этой географии. Какой порт? О-о-о! Вот это по-нашему заговорило. 58-618. И мой R5 1400 поменял на 1700 и R7. Вот. И нормально, пердим. Ну да, Андрюха? Ну, так невысоко делаю, ладно? Да я сейчас не буду... Типа делать. До полублока добей, чтобы он был наполовину, и все, и хватит. Чё там делается? Домик. Чё? Блин. Так что, где будем делать этот? А там двойной домик надо сделать, наверное. Наверху? Можно внизу, не знаю. А вот эту вот часть ты куда будешь использовать? Он ту левую? Ну, от дорожки, да, вот эту вот. Ща. Я тебя не вижу. Там вход есть? Какой где? Сюда вниз? Да, вот в эту локацию. Я тебя не вижу, чувак, я тебя теряю. Да в смысле, алло? Вот, ну вот, чё, куда? Я просто про другое, я тебя спрашиваю про самый низ. Чел. Ты побежал сюда, сказал, я тебя теряю. Ты пошел сюда, ты меня встретил. Я отвернулся, ты отвернулся. Я пошел туда, ты пошел обратно. И ты такой, типа... Я смотрю вот на это. Может туда я не знаю. А что делать-то тут надо? Вы чувствуете, что вы уже все сделали? Да нет. Просто. Что это за длинный туннель? Где? Внизу.
Вниз. А, это шахта. Угу. Паша, можешь рассказать тебе правила пользования шахтой? Не, ну много прокопали, конечно. Ну, до 11 уровня. Угу. Вот же скотина. Закрыл дверь? Я... Ну все, я уже есть там. Ну все, мы зашли на территорию, все, можем дальше куковать. Блин, ну отсюда наш домик классно выглядит, я считаю. Идеально. Момент. Сделал окантовку порталовскому. Да похеру. Потом сделал. Шапку зимнюю нужно сделать. Все деревья. Всему. Стою на горке рядом. Ты типа присматриваешь это? Да. Окей. Я уже сказал, что Настя Батя пришел. Да. Че, типа все? Она типа вообще не зайдет? Пока что нет. У нее уроки же надо учиться. Доволен собой? Да. Yeah. Выглядит херово. Ну, я знаю, да. Добавь дерево. Чё? Чё ты сделал? Чё ты сделал? Ты где нагадил? Я моргнул. Добавил дерево. Я слепой, в глаза попаду, тебя не вижу. Ну, ты забрал дерево. Ты, если что, поменять налибай, можешь. Да, не, я свой аккаунт просто создам потом. Окей. То, что у меня все-таки есть вторая почта, чтобы не ждать неделю на удаление. Это мы типа тут жить будем? Нет, мы другое создадим. Да? Ну ладно, я купаться. Прикольно. Андрюха, эта инфа полезна тебе, сохранено последние 5 минут. Ой-ой, дядь, ой-ой, фу, вы очень громкие. Да, Владик! Владик! Владик. Вообще громкость, ну, 50 пускай пока. Отсюда.
А она на звук реагирует? Я не смотрю. Разобраться. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Все под контролем. Все и недорого. В общем, если что, сигнал. 100 метров включать. О, тут помойка, кстати.
Андрюх. По тебе не можешь увидеть, как я бегаю. Ну, понял. Я типа реально лечу. А ну какое. Я так понял, ты за любую прокачку получаешь эти штуки, просто за какую-то меньше, за какую-то больше. Че за херня, я не понимаю. Нас увидят, уходи оттуда. Самурая, мы давали там объявление, что ищем модели на подтанцовку. Вот уже третий год подряд корпорация Militech признается лучшим работодателем Night City. Компания побеждает благодаря удобно и бонусов для работников, таких как ежегодный оплачиваемый 50%. ココナッツ羊を飼ってほしい。奇襲記。奇襲記は昔、仙人が天候山の上に建てた土峰で、帰還場所は天候古城へ。勝利は本当にリーユへのこと。そうでもない。例えば、そのココナッツ。ココナッツ羊は伝説の。え？うん。ココナッツ羊は、で、見た目は。わからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。Тварь. Испуг страшно. Испуг. Реально получается страшно. О, ладно. Уходи, уходи, уходи. Их четверо. Это и там мастеры. Там... Блять, естественно, тебе похуй. Я так хочу клоуна съесть, ты даже нахер не представляешь. Я такой иллюзию убил. Охереть. Нет. Зря запушил. Зря. Блин, мне нечего про это. Охереть. Ну он добил челов, на самом деле. Чемпила доделал. Ну ладно, тоже неплохо. Дракон появился.
пойду на дракона. Просто из принципа пойду на дракона. Не знаю, можешь помочь челам? Я вот сейчас пишу дракона. Противник убит. Ну, все равно мне уже закупать, собственно, нечего. Значит, отдашь мне дракона. Ну нет, у меня как бы есть что-то... отдашь мне дракона. Нет, нет, нет. Настоящий мастер — это вечный ученик. Тварь. Тут я уже ничего не мог поделать. Да-да-да-да. Специально еще я ждал до последнего момента, чтобы дать этот скилл. Не, он у меня по КД. Вообще прям по КД. Типа без рофлов. Максимально по КД. Он на мне. Нахуй че. В жопу ищи. Пидор. Всех, всех спиздил просто, всех спиздил. Урон 8 на полопам, а спиздил 5, а спиздил 4 из 5. Да ладно. Да иди ты нахуй. 20 помощи, 3 убийства, пиздец. Да хочешь. Чего, Настя? Настя, я не слышу. Домашку делай. А. Все, у меня закончились эффекты. А у меня их еще 60. Я не могу рисовать дальше. Можно перепускать матч, иногда такой баг есть. Эффекты попадают. Понятно. Я не могу. Знаешь, типа, я не осуждаю, но я просто понимаю, если бы... Я понимаю просто, если бы я рисовал, у меня получилось что-то похожее. Я буду уже пробовать. Нет. Коробка. Коробка. Майнкрафт. Если какого-то цвета нет, ты говори, на какой его заменяешь. Это белый так и должен быть. Нет, так да, так и должен быть. Белый так и должен быть? Да. Белая квадратная рожа. Что это может быть? Животное. Животное? А. Что это такое? Ох, нифига себе, я гений. Yeah, science. Сова? А я думал, сова. Что это такое? Кончились эффекты. Да, вот у тебя их еще 30. Их еще 60. Ну, я не понимаю, что это такое. Близко к сове. Ну, кстати, да, не очень. Откуда топовая штука появилась там? Вот я говорю, ее там не было. Тут игра живет
своим Паша, ходом. Это птица просто. Я не хочу, блядь. Видел. Стал французом или что? Курица, серьезно, близко к сове? Птица, это птица. Почему она желтая? Клювик и глазки желтые. А почему победил я, а наверху Настя? Потому да. Что у неё... Да, ход я. Ребят, ну это просто 300 IQ. Просто остальных просто... Просто остальных. Реально пот. Он ошибел, он фигит. Курица, вот это конечно ПТГ. Я это тоже сохраню. Это фиг какой-то, потому что у меня не ПВЛ. Ну, у нас, видимо, гений на ноже. Мне кажется, у нас Смурф. У него ВЛ, мне кажется, просто такой ВЛ не возьмёшь. Да, блин, просто так взял. Ну, ребят. 2500! 2500! Поднялся, что ли? Да. Теперь я... А, стоп, это у нас общий ранг. КВ. Ну так неинтересно. Ну так неинтересно. 2500, Паша. Да ты идешь в жопу. У меня 2449, капец. Мне еще две игры надо сыграть. Даже две игры выиграть. Ну так неинтересно. Я уж так обрадовался. Тебе есть? 16 бахнуло. Девятый, главное. Да. Десятый. Девятый. Десятый. Да я срал тебя. 16 лет? А, ну да, нет, чувак, все правильно. Десятый, десятый. Я в 16 лет был на первом курсе шараги. Это как это, когда привел аргументы другу, и там мемы не видели, тебя. И там типа слышали, и там это заставка играет. Мультфильм Шрек сделали национальным достоянием, по-моему, Америки. Somebody once told me the world is gonna roll me and take it under. Чё-то не помню. They was looking for this something. А чё-то не помню, ни хера я. Hey now, you are rockstar. А, кстати, вы слышали, да, что Шрек это национальное достояние? Или вы только что об этом сказали? Только что об этом сказал. А, понял. Я просто думаю, а что ты напевать-то начал? Я про Шрека как раз и вспомнил. Ну, бывает, бывает, ладно. Возвращаемся к истокам, так сказать. А Игорь говорит какую-то инфу, потом Андрюха ее повторяет, и мы все ржем над этим. Теперь Андрюха говорит инфу, Игорь ее повторяет, и мы ржем над этим. Нормально, практикуем. Там еще какой-то фильм добавил. И просто сосешь. Не-не-не, Игорь, не надо, не меняйся. Это тактика. Тактика? Надо тогда три танка, три саппорта, а не... Да нормальная тактика. У нас тупая тактика, не надо. Не ломай ее, пожалуйста. ДПС — это лучшая тактика, ребят. Ну, никто не спорит, но мы еще не доросли до 6 ДПС. Как в прямом, так и в переносном смысле. Понял. Под столом сидим у 5 ДПС. У них Ханза и говно какое-то.
Игорь, давай. Дженкрат. А, ладно, все. Пусть меня. Ой-ой-ой. Че, Лев, кого золото будет? Не знаю, есть. Солдат. Банку мою съели, я понял. Не, ну я понял, я и подамажить могу. Ага, понял, флешка не флешит, рассказывай себе. Паш, я хилю, Паш, я хилю. Хиль, 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 хиль. У меня сейчас КД будет, Паш, Паш, у меня КД, Паш. Я уползаю. Не достаю, Паш. Опять флешка не флешит, да ёпарасете. Привет, Лев. Здорово. Здравствуйте. Блять, мне кажется, он у них какой-то ёбнутый немножечко. Кто? Макри. Прям чуть-чуть совсем немножечко ёбнутый. Ну хули ты отходишь? Я, блядь, думал, ты будешь там стоять. Он, сука, реально там стоит? Ну чё, ебать. Охуеть, блядь, да пошёл ты нахер, чел. С такими, сука, приколами. Чихай, ну дал. Ты иди нахуй. Пусто. Вы перекормили в детском садике. В руки. Какого хуя? Пойдемте в Apex, я бля, хочу в Apex поиграть, пиздец. А, то есть мне получается овер не запускать? Не, все, запускаю Apex на пару подходим, я отойду. Потом уже сами решите, куда вы пойдете. Просто пиздец, ну че это за хуйня? Почему, блядь, уже второй раз мне какой-то уёбок, блядь? ЧТО ЭТО ТАКОЕ?! Я тебя, блядь, хукнул! Какого хера, чел? Какая нахуй флешка? Моя, блядь, флешка вплотную никого не хочет встанять, а ты, блядь, за полкилометра с хука, сука, меня зафлешил. Охереть! Просто пиздец, идеально. Блядь, еще один. Я так трахал ваших матерей, блядь. Вас реально мама, блядь, не любит. А ну, Стас, ёба! Да иди нахуй, иди сюда! Китайцам она мою клавиатуру не выпустил. Ты гнида. Pocket Tracer? Опять треть. А. Trinix. Ребят, можно я как мудак сейчас пойду, у них саппортов съем, я не могу. Попробуй. Того, чтобы это все. Я Сигму хукнул, как? Ты в полкилометра был от меня. Ну я их отодвинул, ребят, если что. Молодец. Просто киквэх. Смотрю на Мерсю, нажимаю Shift, прилетает Сигма. С чего? Понял, вопросов больше не имею. Ну, Сигма так Сигма. Правда, не картонная, ни хера. А, истинка. Чё это там за говно летает? Сигма. Да не стреляй ты. Да не стреляй ты, сдолбало. Пойду еще раз попробую, что ли. А, ну они довольно сильно уже отошли. Может и не получится. Сюда, говно! А, какой перезаряжаешься, ты чё, дурак? Я вместо того, чтобы ваншотнуть глупенького Ханза, Зена. Я начал перезаряжаться, чел. Дубль 2. Блять, вы все под банкой, что я могу сделать? В смысле, спасибо, я ж тебя, блядь, не отхилил. Ты чё, ебать? Ебалда, пиздарики. Куда ты поехала? Я, бля, не пойму, ты, блядь, конченая, что ли?
Я, блядь, не понимаю, это пиздец. У него, блядь, вообще голова есть? Типа, ты, блядь, я, конечно, понимаю, что ты слышишь, что тебя хилит, но, блядь, ты видишь то, что у тебя 0 хп, нет? Охуенно, блядь, ну мне пизда. Ебаное колесо. Райнхарду пизда. Райнхарду пизда. На, получай тупой. Я же, блядь, попал в кого-то, пиздец. Может, ты, блядь, щит откроешь, я не знаю. Пизди, ублюдков. Охуенно. Пиздец, он нас уковырялся в прямом смысле, бля. Да я, блядь, не пойму, тебя, блядь, чё? Охуенно, блядь, прыгает? Ну, охуенно прыгаешь, согласен. Блядь, охуенно я ловлю всё говно, просто пиздец. Я, блядь, ещё и в нос поковыряться не могу, охуенно. Блядь, я ничего не могу делать, но, блядь, лоу. Да ёбаный рот! Это игры, пиздец, блядь! Что это такое? Я уже, блядь, третий раз ловлю этот ёбаный кирпич в лицо, пиздец. Я не понимаю, что, блядь, с вами нахуй не то. Охуенно. Просто, блядь, спасибо, папаша. О, блядь, миллион этих шаттеров, я не понимаю, это пиздец, чел. Нахуй эту игру. Бляха, Бонг, отвали. Лён растет. Понял. Чак, много еще дерева надо, я тебе так скажу. Там два Бонка. А че ты упал-то? Боже, сколько Бонков. Слышишь меня, Паш? Да, мне сейчас не до твоих деревьев, меня тут Бонки преследуют. Пусть они нагрятся на петухов. Где ты, скажи мне? Я в люляк. В люлях. Да, ты хотя в какой стране? Ох, плюха. Ох, плюха. Ох, плюха. Не так близко. The fuck off from me, bitch. А че тебе, пожалуйста, занимает вообще все? То есть пространство видео? Да. То есть, я правильно понимаю, ты же сегодня ночью будешь... С чего ты это взял? Потому что хочу поиграть. Нихера тебя швырнуло, ты чё, дядь? Так, а ты где? Ага, тебе вижу. О, получил. Сюда. Ладно. Вот ищу его в кустах. Паш. Mm. Выйди, пожалуйста. Меня же не видно на карте. Да, конечно. Лежачих не бьют. Сюда. Ты
слышал, меня ко мне пустил. Просто лежу, посматриваюсь, а потом мне из своего очка вылетает. Чё? Тут этот... Улей, я туда не хочу ходить. Вдруг они согрятся и будут бить меня. Буду прыгать. Ага, факел такой... До свидания. А, факел в карман спрячь. А, ладно, не спрячешь. Стоп, а в смысле не спрячешь? В инвентарь его пиханул, и нормально, нет? Ну, у тебя... Это ладно, у меня в пол инвентарь. А. Давай, я дерево копать хочу уже начать. Бонг! Бонг! It's a bonk! Oh shit! Дрифтер. Так и пятки сверкают с факелом. It's a bonk. Просто я смотрю, такой чёрное какое-то существо такое. Ой, чё, кто это такой? Вроде не дрифтер. А он смотрит потом на меня, бодк, реально, бодк. Игорь, кто это? Где карта? Ты как ты задолбаешь-то, а? Я хочу перевернуть свою, я просто... А, поэтому мою сначала переверну. Ты взял, Паш? Да. С нами этот долбоёб, кстати. Не убейте его. Убить его. Бля, он на машину сел, сори. Кинотеатр. А, у него, кстати, тоже есть спорт? Да. Он стоит позади меня. Как он сделал себе формат? А как он сделал себе? Чего он сделал? Красного. Там есть пол. Поехали. Че, он хочет гонку, ребят? Пошел он. Пошел нахуй. У него 96 уровень, мы играем с Игорем Молодёрной. Там да я... По ноду открывается. Я уровень, я его просто обоссу. Взрывчатки. Да. Он меня, если обгонит, я его просто убью. Бля, а как ты меня чуть не подловил на машину? Дрифт хотел войти. Прям как я, блядь, въебываюсь в какой-нибудь соседний столб. Она мне сюда, по-моему. Ну, в смысле, ты поставил... Наверх, наверх, наверх. А как наверх? Наверх. Так, как наверх? А тут подъем где-то должен быть. Вот здесь вот, около меня подъем. Около меня тоже подъем. Пошел нахуй. Ко мне. Давай, ко мне. Ну, блядь, какой довольный собой, вообще-то я первый туда ехал, ты взял меня, обогнал. Я чуть не выехал. Ай! Я что-то немного машины иногда стоит. Так, нам на ту сторону, я не понял. Блядь, ебланы, я не понимаю. Ай, Паша. Да, я тоже туда захотел. Да похуй, поехали. Да, давайте. Все раздолбали, ребят, кто раздолбает. Да похуй. Где-то здесь должна быть скамейка. Бля, как выехать отсюда, ребят. Я видел, я видел. Аккуратней. Это двери, скрип. Можно мне попадать по головам? Хорошо. И скрип и мейн. Да. В мейне двое, а скрип один. Дима. Понял. Два мейн, один скрип. Не вытащишь, я тебе отпускаю. Короче, давай. Опа, не понял. Кать, ну это шанс. Понял. Уа. Слева. Броню запрещено покупать, кстати, Сагуя. В жопу. Давай! Дима! Почти. А, Дима еще живой! Блядь, Дима, ты что на камеру я снимал? Дима, Катя одна осталась, блядь, а ты, блядь, шел в это время. Я снимал на камеру, кстати. Ну, это смешно, блядь. Фу, крипто. Катя одна в три ебашит. А в итоге Димасик там, блядь, на камеру на шарте снимал. Это смешно.
Это просто... Пойдёшь? Пацаны. Мышь. Я готов еще одну пойти? Могу. Нет, не могу. Нет, могу. И полярочка? Мне, в принципе, можно по приколу. Не, я, мне завтра просто ко второй, мне в 7 часов вставать. Нормально. А, тебе ко второй? Мне к первой. Да. Понял. Вот и все, Дима. Ну, нам, кстати, в одну сторону ехать, кстати, если что. Ну, вот сюда. Парня, скажите, парня сбил. Это А. Дома сладко спать. Думаю, дома буду супер сладко спать. Это А, ты этот есть. Мид чистый. Это А, говорю, дебилы. Ты не меня другая. Да потому что ты трой сказал, что это А. Я в обход побежал. Слушай. На, ждите, сейчас прибегу. Дима, все сдохли уже. Жди. Терпи. Давайте Диму реально кистим. Ну не надо, я сейчас, я обижал, это стратегия, смотри. Ну ты опять снесло, да бля, ну почему? Опять! Дима! Ты куда стреляешь? Ну почему я опять это сделал? Блядь! Дима просто в пустоту стреляет. Моя стратегия сработала? Сработала. Просто. Я просто сделал минус 4. Меткий стрелок. Что-то дали. А, мне сдали граффити. Я разжигать. Я гей, понял. А, во-первых. И то, что... Ну, во-первых, да, но смотри, во-первых, минус... 8, минус 80 кому-то дал лицо. Я дал минус... Уже из сайта прошел. Минус 7 единиц, от которого ты сейчас промахнулся. Он, кстати, уже прошел, мистер Паша. Красавчик. Бомба у вас, парни, чильте. Легкий чил. Это я валяюсь, Паша. Оу. А, начинаешь? Да. Ну, мне завтра к третьей паре. Нормально, я завершу. Третий парень, нормально, живем. Это Эйс, братан, это Эйс, я тебя целую. Он еще в это время разговаривал. Паша. Да, мне завтра третий парень. Он параллельно сейчас, короче, биты писал. Разговаривал и Эйс сделал. Хась, бля, не прыгнул. Еще раз. Есть парни? У меня просто мейн чист. Может, на меня запрыгнуть, Кирилл запрыгнуть? А, точно, братан. 30 бабок, извини. Ну можно мне нормально распрыгаться, ребят? А, мейн. Мейн. Я как говно в проруби из одной точки в другую ухожу. 16, ну и мейн бомба. Похуй. А ты на возраст не смотри. Слева вроде, Паш. Слева? Ну да, там тьма людей. Пропрыгнул. До свидания. Хорошо. С одной бомбы, кстати. С одной бомбы. Да, понимаю, минус 3 с одной бомбы, вообще понял. Оба моё. М-ка моя. Бля! Пересунусь на. Понял. Бегаю. Бомба не у меня. Я пришел бомбу ставить. А зачем мы с собой перетягиваем? Фиолетовый сзади. Паша. Паша. Чтобы отбирать у них бомбы силой, зубами. Это такой стратегический год мазохиста. Давай, Денис! Денис! Красава! Денис! Ты мой яйца отстрелил. Коннектор. А он тебе голову. Минус ноль. Паш, ты его справа. Нет, не там. Нет, я тоже. Давай, Паш, я верю, Эйс. Мне кажется, шотка сейчас будет. Красава. Они, кстати, все накопчены, если чё. У меня минус 2. Я говорю про шорт. Паша! Да! Паша! Ты чё? Тебе яйца оторвать или чё? Эйс! Блока! Понял. Мы его кикаем. Не понял. Реально. Опять легко. Настолько легко, что я почти на первом месте. Понял. Ты на первом месте. Я говорю почти, потому что там это, видишь, отдали. Парни, кто на последнем? Мне кажется, это стабильность. Стабильность. Ну ты на прошлом не был последним. Ну, я так понимаю, булочка тоже знает, а что такое стабильность. План заберите. Фиолетовый. Терз кроется, смог. Понял, вопросов нет.
Пусто. Дима, как ты меня вел? Я достал нож, вытащил оружие, и он в этот момент вышел. Все, извини, вопросов нет. Давай, Денис, лучше давай. Денис, прострел. Тра-т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 а! Корца, братан. Та-та-та! Покажили. Я старался. Голова. Еще один будет голова. Где сигарет? Умничка. Пипец. Капец. Капздец. Что ты делаешь, Паш? Хватит. Как он в него не попадает? Меня бы он подошел и просто вот бам, и все. Вот смотрите, у него как жопа сгорела. Он, короче, он с Пашка стрельнул сзади и не убил его. С другой такой, нет, блядь! Он такой, чик-чик-чик. Кошараги, приеду в 2 часа. А, у меня завтра вебинар. Или завтра. Нафиг. Нормально. После? Или завтра? Сейчас, вот почему один... ты на ближней используешь АВП? Потому что я не могу и не использовать АВП. Парни, дроп, пожалуйста, маршмалю. Я с бока микрофон. Нет, не купается, у нас эко. Парни, дроп. А, ты АВП купил вместо дропов, понял. Я гадюк купил. Мне срать вообще на вас. Понял. Пашок, можно что-нибудь поплаешь какую-нибудь? По-братски. Парни, вот если сейчас не эйс в этом раунде, я оливаю. Давай, смотрим. Я фиксирую на камеру. Я заснял. Не эйс и это с дигом. Какой эйс? Вот такой, смотри. Один прошел. А, понял. Ага. Тогда забиваем сразу команду. Я, Дима, Рустам и Денис. Такая команда. Окей, хорошо, я согласен. Вова, Саша... Вова, Саша, Катя и... Ой, больно. Вова, Саша, и Максим. Катя, потом... Максим, да. Я согласен. Понял. Рустам, вы согласны? Что? А, я, ты, Дима, Кирилл. Да. Все. У нас скомплектовано. Нифига себе. Как раз наша, типа, наш класс против их класса. А, не попал! Почти. Хотя стоп, вроде над ним пуля. Павел, вот я не знаю, ты везучий или чё? Вот или он чё? Просто, вот он в спину у тебя вышел, сидит и стреляет в тебя. В тебя ни одного патрона не попало. Мне бы голову первым патроном поставил. Я просто не понимаю. Да. Я хочу на